Большой привет, котятки! Сегодня я буду рисовать фурии. Вы знаете, что это такое? Если нет, то увидите. Ну, я могу вам, в принципе, сейчас рассказать. Фурии – это типа... Это типа людей, только с ушами и хвостом. Конечно, не обязательно нужен хвост. Поэтому, ну вот так. Та девочка, которую я буду рисовать, она у меня вышла с хвостом. Я в первый раз ее рисовала, я ее буду рисовать в приложении. И без SpyNet. Так же? Нет. Да, вот так, по-моему. И без SpyNet. И она моя... Первая, которую я буду рисовать на планшете, потому что других я рисовала на, ну, на листочках, вот так. Ладно, давайте начинать. Здесь нет. Вот та девочка, которую я рисовала. Ну, собственно, я ее сейчас не буду опять рисовать. У меня сохранилось после нее только видео. Так что я буду снимать это, ну, на видео. Видео на видео. Ладно, все. Вот туда вот нажимаем. Сейчас. Стой, запись. Если что, не обращайте внимания, то, что здесь такой вот. Мне просто... Сейчас. Так. Да что это такое? Так. Стоп, мне надо приготовиться. Короче, вот здесь в фуре я нарисовала крестик. Сейчас я включу. На 8 будет. Ладно, я могу начинать.
У меня просто реклама произошла. Так. Без паники. Сейчас все будет. Кстати, хотела вам опять же сказать то, что я, ну, кто меня смотрит, вам же всем интересно. И те, кто меня сейчас смотрит, и те, кто меня раньше смотрел, и те, кто меня скоро будут смотреть. Короче, хотела сказать, я покажу свое лицо на канале. Вам же всем интересно, как я выгляжу. Да, ну вот. Сегодня, ну, не сегодня. Нет, конечно, не сегодня. Я покажу свое лицо на канале только на 1 миллион подписчиков. Да, если у меня будет 1 миллион подписчиков, то тогда я только покажу. Только тогда я покажу. Да-да-да. Но если вы все это сделаете скорее, прям очень скоро, то я вообще буду в шоке. То, что как вы так быстро смогли набрать мне подписчиков. Ну, а если вы потом начнете опять отписываться, то я удалю именно то видео. Угу. Так что вот такие вот условия. Я вам покажу лицо, вы мне дадите... Ну, вы нажмете на эту красную кнопку, и все. Ну, ладно, не буду вас отвлекать от просмотра. Все равно еще уже конец. Вот, это мой рисунок. Ну, вот так вот это все выглядит. Я не могу приблизить, да, я не могу приблизить. Ну, сейчас править нажмем. Вот так вот оно у меня выглядит. Такие вот ушки, вот так вот, если что, это просто белок. Белок. Так вот. Это ее курточка, ну, точнее, это ее не курточка. Хотя выглядит как курточка, ведь так? Но нет, это не курточка. Угу. Вот, я ее решила сделать в таких ярких цветах, но потому что, ну, как-то настроения не было, что ли. Ну, вот так. И я решила вот такую вот киску сделать. Фури, точнее. О, здесь подписано. Фури. Вот так вот. У меня даже здесь такой вот ядовитый черепок. Вот такая вот у меня девочка получилась. Я надеюсь, вам понравится. Я не профессионал. Потому что я еле-еле... Нет, хотя я ее не находила. Короче, вы же знаете, нужно же рисовать пальцем. Вот сейчас... Ой. Ведь обычно вы в этом приложении рисуете пальцем, если у вас нету этой специальной ручки. Ну так вот, я ее потеряла.
И мне пришлось еще за кадром искать эту ручку. Но я ее не нашла. И из-за этого мне пришлось самой сделать эту ручку. Да, вот так вот пришлось самой сделать ручку. И я расскажу вам рецептик. Рецептик. Или тик, цик. Рецептик. Рецепчик. Да, рецепчик, да? Короче, не важно, вот это вот слово я вам скажу. Нужно карандаш взять, там эту... Как она называется? Короче, такая белая круглая штука. Я думаю, то, что она у вас дома есть. Ну, она должна быть у вас дома. Что, как же ваша мама смывает макияж. Короче, вот эту вот штуку взять, намочить ее, и еще взять такие вот маленькие резинки. Вот такие, они есть, надеюсь, у девочек. Они есть. Хотя у мальчиков... Короче, попросите какую-то резинку у своих родителей. Любую. И, короче, взять этот тампончик круглый, намотать на... как это называется? Я сегодня все слова забываю. На карандаш и обмотать это... Этим... Да, этим... Этой веревкой, да, этой. Сейчас вам покажу. Ой, у меня просто мало зарядки. О, нет, о, нет, о, нет, моя зарядка, моя зарядка, моя зарядка. Сейчас. Короче, я взяла вот такой вот вид. Короче, вот так вот должно получиться. И этим можно будет пользоваться. Что это реально работает. И этим очень хорошо подписываться на и колокольчик нажимать. Не забудьте, чтобы не пропускать видео. Хотя. Короче. Всем пока!